Сегодня у нас 21 июня 2017 года. Вот Игнатий Иванович. Вот я поднимаюсь. Залазит сейчас. Сейчас на голубятню. Большая неприятность. Оставили открытую вот эту дверку. 12 голубей сразу не досчитался. Ну, считаю там это. О, как повернуто. А тут получилось еще лучше. Полез на вторую голубятню. Ивановна, покажи, где. У нее отверстие, вон видно, где они залазят. Почему они все сюда перелетели? Перелетели до одного. А там, оказывается, склад крыльев. Кто-то их терюшит и ест. Сколько, не знаю, но не меньше, как 10. И все белые. Черных только 2. Но я сегодня капканов туда наставил, а под подозрение попали мои кошки. Я за день их кое-кое как переловил, этих кошек своих. Они сами домой пришли. Буска больше всего подозрения вызывала. Пришла домой, белая. Она не зализывает, где ее лечили. Так открыто. Ну и рыжая. Заходим. Вот сейчас я зайду. И ты заходи сюда. Я наклонюсь сейчас. Заходи, я с тобой закрывай дверь, если можно так. Вот посмотри, где они сидят. Вот сколько их тут. Раз, белых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Вот он, долбит, видишь как? Вот. У них под ней как. Ну-ка, пузырька посмотри. Видишь, какой надутый. О, он еще похож. Вот он. Голубь мира. Их мошкара заедает тут. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я отдал. Вот решил взять несколько голубей, туда унести на ночь. На капканы. Как бы приманку сделать. Ты закрой сейчас за собой. Вот так. Давай. Коробка вот она. Вот он серенький. Видишь, какой? То есть с этими они вместе породнились, я его там выпущу. Вот так. Сейчас надо еще посмотреть, где. Ну, эти тут, все, которые были на дне, никого нету. Вон они сидят, парят. Посмотри, беспородные. Я специально их туда напустил. Вон видно, нет? Видно, видно. Вон второе гнездо. Видно. Ну, но одного туда это мало. Надо еще одного. Подожди-ка. Вот еще одного. Это дня на три, потом я выпущу вас. Чтобы они ночью товарковали. А эти черные, беспородные, что с козырьками. Значит, какая-то порода залетела. Вот этот непонятный. Он один где-то летал везде, пестрый. Прятался тут. У Игоря жил и вдруг исчез. Ну-ка давай. Серенького. Еще вот у вас нащурите там. Три. Видите, вот как они. Вот этот пестренький, породистый такой. Три. Ой, какой он сытый. Четыре. Вот. Четыре. Ну эти малыши дальше. Ну там парят. Ну и все. Все на гнездах сидят. 4, да? Да. Ну и все на этом, уходим. Вот они сидят сколько. Тут еще, что у вас тут? Ну-ка посмотреть можно? Ничего нету. Парочки. А это что-то сидит одна. Вот как. Наверное, яйцо. Ой-ой-ой-ой, яйца, яйца. Вон они, яйца, видишь? Да-да-да. Ой-ой-ой-ой. Прям задеть нельзя. А тут что у вас? Тоже что-то есть? Ну-ка. Ну-ка, разреши. Ну ладно, у них все здесь есть. И вода. Нет, воды надо налить. Воды надо налить. Ладно, держи, не выключай. Дай сюда банку. Вода стоит вон там. Я водички налью. Так, до конца туда не выключай. Мы... Там буду я расставлять, покажу, как капканы ставятся.
его. 4 взяли, и мы уходим. Что-то наклоняется наша башня, как будто бы. Рядом забросил. Ну вот и все. Теперь я туда слажу, ты мне коробочку подашь. Угу. Дай-ка я вот эту, шагни туда. А коробочка-то внутри? Как, ты мы не вытащили? Нет. А ты что получишь? Ну-ка. Убери колено, ногу. Вот так. А я считал, что ты ее забрал. Нет. А, нет, воркуют, даже не заметили. Во, глянь где. Зайди-ка сюда. Вон где за банкой сидит. Ой, а там вон малыши там за коробками сидят еще. Да. Не видать, да? Вон она сидит отдельно. И за коробку туда загляни, вот за это. Тюрюк называют, туда, за него, вот за этот вот. Погляди потихоньку. Ну-ка загляни туда. Видать, нет? Да, видно. Есть, да? Да-да. Голубенок. Ну, малыш, закат посмотришь, солнце хорошо покажи. Это очень удивительно с высоты. В деревне там уже может и будет не видно потом. Так. Вот он, солнышко. Вот видно. А вот какой-то гвоздик, как он гвоздик так получился-то? Какой сильный. Как он гвоздик-то тут так торчит? Где? Вот. Не знаю. Я ничего не забил. Ну как, надо убрать. Так. Это нехорошо у нас получается. Они вылетят дорогой. Как же их завязать-то? Ладно. Мы обычно веревочку тут подцепляем и опускаем. А сейчас придется мне сгорнуть их в одно место. И этих снимешь. Вот эти, которые сидят на междуряде. Угу. О! Маленько, поподержи я слезу. Давай. Все. Потом одной рукой эту. Банки с водой стоят для голубей. Все идет погружение вниз. Вон они, голубь с голубкой, там видимо. Банки. Шарик. Черный шарик. С белый. Он лает, когда я здесь. За меня беспокоится. Ты это показал голубей-то? Да, да. Вот наш скворечник разъясняет все. Летает ласточка, ласточка. Это скворечник, где ласточки, что-то их не вижу пока. Где-то щебещут. Шарик? А, Шарик? А? Шарик? Занят он, что-то грызет там, косточку какую-то. Вот так я слажу тут. Одной рукой держу.
только бы не упасть. Это на случай тревоги, если что. Здесь это убрал, да? Да. Какая трава, чуть ли не с меня ростом уже. Я 1,64 м. Слава тебе, Боже, слава тебе. Вон я рассказывал. Внизу-то уже. Вон ласточки. Солнышко только в воде на окнах. Вот из голубятни мы ушли. Вот здесь коричник. Это к моему дому подходим. Куда идем? Тогда шагни туда и отпусти. Я полез сверху, ты меня догонишь. Ты быстрее меня ходишь. Покажи, как открывается. Угу. Отпусти, я готов. Вот у нас голубятня закрывается. Вот веревочка туда пошла, вверх. Ой. Тут цветочки у нас посажены. Когда будут цвести, не знаю. Вот ласточка сидит, которая здесь у меня в сенях живет, на веранде. Вот здесь вот. Ну давайте. Под ней видит, темноте это ничего не видит. Вот он, подлетел. Ну. Вот он как. Все, слава богу. Куда дальше? Теперь смотри сюда. Как мне кажется. Смотри, сколько перьев. Вот они. Все, это крылышки одни только. Вот так, шагни за мной, не наступай, три капкана стоят. Угу. Так, дальше за мной шагай. Главное, вот где показалось мне. Здесь только крылья. Ну, тут я поставил капканов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 капканов. Вот, видишь, капкан и крылышки же 7. Не наступи за мной. Это я сегодня обнаружил. Кладбище настоящее. И голуби подлетают целый день. И улетают. А вот здесь, смотри. Посмотри, что делается. Перину можно составить, гляди. О-о-о, ничего. Сколько они здесь шиковали. А вон дальше-то. Перекладина вторая-то. Ну, здесь 1, 2, 3, 4, 5. За колесо привязал. Ну, в общей сложности это 21, что ли, или 22. Вот, пойдем-ка дальше. Вот эти голубей я оставлю на несколько дней. Вот видишь как? Здесь отсюда можно зашивать. Не оттуда, а отсюда. Доски, вон где дырка-то последняя. Угу. Вон видно, оттуда залазит, проедено. Ну, по-моему, отсюда тоже удобно зашивать, чем оттуда. Ну, посмотреть бы. Теперь гляди. Вон.
посмотри, между этими по два капкана поставил. Они тут шарятся внизу. И вот два капкана, и вот два капкана. Угу. Тут вода, это пшеница. Вон она, видно, куль, где. Вон они висят где. Ни одного нету. 30 почти голубей было, ни одного нету. То есть смерть. И смерть. Видимо, они кричат, мы погибаем, погибаем, я так понимаю. Вот прикроешь. Спаси Христос, Господи. У меня одному было бы тоскливо это. Вот оно что. Потом пилы, все это уберешь тут. Это лучше не оставлять. Спокойной ночи. Ну, что почитать вам стихотворение? Кошка не лижет. Все у меня в комнате, она не лижет. Легла и даже ни разу не лизала. Это хорошо. Совершенно. И уснули они все, я их сфотографировал. Пойдем, там снимешь кошек. Попали. Потому что они у меня попали под подозрение. Ну, кошка, хищник. И иногда несколько дней, ночей не ночует дома. Но все пришли. Я боюсь, как бы они не попали. Там какой-то воробей. Это не воробей. Вон она, куда мы лазили. По-моему, тот край все время загружаем. Его надо разгрузить. А как, не знаю. Одна на одну поставить сюда. Ну, явно дело, что вся тяжесть там. А не тяжелая все же. Ну а куда она будет опрокидываться? Ей не опрокинуться. Потому что она подпирает. Это столб должен тот куда-то уйти. И тот столб опрокинуть, вытянуть из земли, по-моему, это вряд ли. Пойдешь потом закроешь. Пойдем, я тебе покажу. И закрою целый день сегодня. Туда-сюда, туда-сюда. Вон Алеша начали уже крышу касаться. Он ничего не делает. Как прораб показывает на это. Такой дом интересный. Теплый он должен быть. Кто-то делает один или двое. Двое? Ну да. Все делали. Арик. От тебя тоже надо фуражка. Включай свой свет. Заходи быстро. Закрывай. Вот они. О, белые. Это палящая наша. Вот она где. Буска бежит. Буска пришла. Она привыкла теперь уже. А это болящая. Вот она где. Вот она рыжая толстушка. Беременна, говорят, нет. Вот они все их спрятал теперь. Они, если они виноваты, то они обязательно попадут в капкан. А в капкане быть, там ни в одном. И она может погибнуть. Для нее лапа передняя – это все. Если передних лап нет, она не кошка. Вот, пожалуйста. Ты что зализываешься? Не надо, не надо, не надо. Не надо, давай. О, молодец. Вот так. Все, я тебя провожаю, давай. Угу. Это ее лечили все эти. Ну ладно. Все. Вот они ко мне лезут к дверям, смотри. Раз их водой. Водой я их отгоняю. Захлопнулась. Все. Слава Христу. Слава Христу. Шарик ждет нас. С Богом. Слава Иисусу. Шарик. Шарик, шарик. На тебя, шарик.
Ну все, аллилуйя, слава Христу.